Активный образ жизни, отсутствие вредных привычек, спорт – три кита, на которых держится все, делится красноярец Игорь Шмитько. Мужчина следит за здоровьем и поэтому мониторит современные методы профилактики заболеваний. Сегодня на очереди диагностика стоп в одном из ортопедических салонов губернских аптек. У меня сфера автомобильная, то есть я весь день нахожусь на ногах. И ноги очень сильно к вечеру устают и потом опухают. У врача-ортопеда были? Нет, не был. Ну, желательно посетить врача-ортопеда, чтобы ортопед вас посмотрел, что у вас со стопами. Но на данный момент я предлагаю вам сделать бесплатную диагностику стопы. Исходя из диагностики стопы, мы подберем вам стельчик. Сканирование позволяет определить вальгус, плоскостопие, неравномерную нагрузку на стопу и так далее. Через месяц после заказа индивидуальные стельки будут готовы. В качестве достойной альтернативы – ортопедическая обувь. Ортопедические матрасы, подушки, бандажи, корсеты, белье, компрессионный трикотаж, всевозможные массажеры. Сотрудники губернских аптек помогают как в подборе, так и в правилах эксплуатации товаров для профилактики, реабилитации и лечения. В этом зале собраны технические, косметические средства для помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, паллиативным больным и людям с ограниченными возможностями. В губернских аптеках есть проект «Паллиативная помощь для людей, страдающих ДЦП». То есть новинка у нас сейчас появилась – это вертикализатор. Уже в пути столики для людей, страдающих ДЦП, кресла-коляски. У нас непосредственно есть два обученных человека, которые обучались в Санкт-Петербурге, которые получили сертификат. Здесь же в губернских аптеках помогут понять, как для получения товаров воспользоваться электронным сертификатом. Женщине прописали, да, там какой код там и так далее. У нас наличия не было. То есть мы всегда стараемся человеку помочь. Мы посмотрели по этому коду, какая коляска подходит. То есть человек с одной рукой. Есть такие коляски, которые с приводом только для одной руки. Посмотрели, у поставщика заказали. То есть человек уже знает, да, что он может к нам сюда обратиться и его приобрести. Это же тоже здорово. Между тем, Красноярск продолжает выбирать любимую губернскую аптеку на левом и правом берегу. Оставить свой голос можно на сайте trk7.ru. Проект продлится до 5 июля включительно.